Здравствуйте! Сегодня я готовлю штрудли. Это немецкое блюдо. Оно очень вкусное, сытное и необычное. Штрудли называется, потому что в состав блюда входят рулетики, приготовленные из теста. Если вы не пробовали этого блюда и вам интересно узнать, как оно готовится, смотрите это видео, мы приготовим его вместе. С любовью! Для блюда нам понадобятся такие продукты. Это куриные бедра, картофель, лук, морковка, чеснок, у меня 4 зубчика, зелень, петрушка, укроп, лавровый лист, перец черный молотый и также соль. Чтобы приготовить штрудели, нам понадобится мука, одно яйцо, вода кипяченая, чуть теплая, масло растительное, пол чайной ложки соды и соль. Начну я с приготовления штруделей. Для этого я разбиваю в миску яйцо, добавлю соль, слегка всобью, затем налью воды, снова все перемешаю и частями постепенно начну добавлять муку с содой, таким образом замешивая тесто. Муку добавляю не сразу всю, вот, а постепенно. Добавлю растительного масла половину и буду вмешивать масло в тесто. Тесто у меня еще слишком мягкое, поэтому я продолжаю добавлять муку и буду вымешивать теперь свое тесто на столе уже, добиваясь нужной консистенции. Вылью оставшееся растительное масло и буду вмешивать масло, муку в мое тесто. Вот таким образом. У меня должно быть упругое тесто, эластичное. Тесто я вымесила, вот такое оно у меня получилось, упругое, эластичное, какое и должно быть. Теперь я его обваляю слегка в муке, накрою пищевой пленкой и уберу. Оно должно постоять, настояться, отдохнуть как минимум 20 минут. И пока мое тесто отдыхает, я займусь другими продуктами. Для начала я порежу куриные бедрышки. Режу я их достаточно крупно, вот примерно на такие кусочки. Порезанную курицу нужно обжарить с двух сторон. Что я и делаю? Я выкладываю ее на сковородку с растительным маслом. И обжарю сначала с одной стороны и переверну на другую. А пока курица обжаривается, я натру на крупной терке морковь. Теперь я порежу полукольцами репчатый лук. На сковороде с небольшим количеством растительного масла я буду пассеровать морковку с луком. А тем временем курица у меня с одной стороны уже слегка поджарилась, и я ее переворачиваю на другую сторону и оставлю еще поджариться на другой стороне буквально несколько минут. Теперь я снова возвращаюсь к моркови с луком. Они у меня уже попассеровались, и в конце я добавляю в них чеснок. Теперь настало время заняться тестом. Буду лепить штрудели. Для этого я беру мое тесто, делю его на две части. Каждую часть буду раскатывать в тонкую лепешку. Тесто нужно раскатать как можно тоньше, ведь от этого зависит вкус штруделя. Чем тоньше будет раскатано наше тесто, тем вкуснее он получится. Ну вот я раскатала первую лепешку. Вот такое тесто у меня получилось. Оно достаточно тонкое. И теперь необходимо аккуратно намазать небольшой слой сливочного масла поверх теста. Ну вот тесто у меня смазано сливочным маслом. И теперь я начинаю аккуратно его сворачивать в рулет. Вот таким образом. И теперь необходимо рулет порезать на кусочки. У меня они толщиной примерно около 2 сантиметров. Вот таким образом. Вот такие штрудели у меня получаются. Теперь то же самое начинаю делать со второй частью теста. Также раскатываю ее в тонкую лепешку.
Вот такая лепешка у меня получается. Теперь, когда я ее раскатала, я буду смазывать ее сливочным маслом. Также беру небольшое количество масла и аккуратно распределяю по всей поверхности моей лепешки. Промазанное маслом тесто сворачиваю также в рулет и разрезаю на порционные кусочки. Вот таким образом. Штрудели мои готовы. Теперь мне нужно подготовить картофель. Я его порежу вот такими средними кусочками. Продукты мои подготовлены, и я начинаю укладывать их в кастрюлю. На дно кастрюли я положу обжаренные куриные бедрышки, полью их небольшим количеством жира, в котором они жарились, также посолю и поперчу. Поверх мяса положу обжаренные морковь с луком. Укладываю картофель и посолю его. Залью водой так, чтобы она только слегка прикрывала картошку. Настало время выкладывать штрудели. Для этого я, перед тем, как положить их на картофель, обмакиваю их в растительном масле. Вот таким образом это делаю. И укладываю сверху ровным слоем. Вот так выглядит подготовленное блюдо. Теперь я закрою кастрюлю крышкой, поставлю на огонь, доведу до кипения. Убавлю и уже на медленном огне буду тушить до готовности 40 минут. Ну вот 40 минут прошли, мои штрудели готовы. Я их посыплю еще зеленью сверху и отключу кастрюлю. Ну вот мое блюдо готово, можно пробовать, кушать. Штрудели получились мягкими, сочными, нежными. Картошечка тоже вкусная, все хорошо проварилось. Мясо мягкое, блюдо вкусное, сытное, ароматное, как я уже говорила, поэтому советую, попробуйте, угощайтесь, угощайте своих близких, будьте здоровы, всего вам самого доброго и готовьте с любовью.